Замена лифтов, отработавших свой ресурс, входит в капитальный ремонт того или иного дома. Однако в текущем году Нефтекамск не вошел в адресную программу республики по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. В 2011 году утверждена республиканская адресная программа по замене и модернизации лифтов. Эта программа, она с 2011 года. В 2011 году ни копейки денег не было выделено из республиканского бюджета и с местного бюджета. Менялись лифты за счет средств собственников. В 2012 году была выделена определенная сумма. В 2013 году выделенных средств хватило только на 3 лифта. Представители дома номер 55 справедливо заметили, почему эти лифты не оказались в их доме. Однако свой ресурс лифты исчерпали только в этом году, а ранее средства для дома выделялись на другие цели. Ваш дом получал бюджетные средства и значительные бюджетные средства. То есть здесь могут обидеться там другие дома, да, скажут, почему все время вот на дорожной 55 и федеральные деньги, там, и из фонда реформирования деньги, и еще там лифты за бюджетные деньги, да, конечно. Вы бы были согласны, я понимаю, но пытаемся, чтобы на каждом доме что-то было сделано и с привлечением дополнительных средств. Иными словами, согласно жилищному кодексу, включение того или иного дома в программу сродни лотереи. В Нефтекамске на этот год замене подлежит 14 лифтов, однако по программе за счет бюджетных средств будут заменяться только 3 из них. Олег Манваров, Дмитрий Кузнецов, «Время новостей».